Привет, добро пожаловать на канал Краски Праздника. И сегодня у меня два новых конверта, в которые можно положить деньги или открытку и подарить на Новый год. Я вам сейчас покажу и расскажу. Мастер-класс не стала снимать, потому что достаточно простая работа, ничего в ней сложного абсолютно нет. А как сделать шейкер, всегда можно посмотреть на моем канале. Видео есть в плейлисте «Мастер-классы». То есть все достаточно подробно. Итак, сделала я изначально вот такой вот конверт. Самый обычный конверт, его размеры 20 на 9 сантиметров. Каждую сторону я обложила еще дополнительно бумагой для скраббукинга. То есть первый конверт у меня получился в таком, в более красном цвете. И с зеленым подарком. То есть вот это вот шейкер. Смотрите, очень я люблю шейкеры. Здесь у меня три елочки. Одна елка за ламой. Получилось так. И здесь вот лама. Это наклейки из фикс-прайса. Лама несет подарочки. Здесь вот елочка нарисована. Я ее увидела только, когда уже эту ламу сюда приклеила. И плюс, чтобы было видно, что это подарочек, я сделала вот здесь вот такой вот бантик. Ну, мне кажется, очень похоже на подарочки. Напишите, как вам, идея ясна или нет. И сам конверт закрывается вот такой вот штучкой. Такой вот хлястик тоже я сделала. 6 сантиметров он у меня шириной. И по длине открытки. Когда будете вымерять, то есть смотрите, если здесь у вас 9 сантиметров, то вымеряйте 9,5 сантиметров, потому что, чтобы был хотя бы 2-3 миллиметра запасик. Вот смотрите, вот у меня здесь тоже видно, что вот здесь вот 2-3 миллиметра запасик. Даже если будет чуть больше, ничего страшного. Главное, чтобы тот человек, которому вы будете дарить этот конвертик, он мог легко его вот достать его внутренности, так скажем. А далее для украшения я использовала также скраб-бумагу, выбила штампом «Пусть все желания исполняются», здесь добавила пайетки елочки и добавила, собственно, стразики, несколько стразиков. Вот такой вот конверт в красном цвете у меня получился, и вот такой вот конверт у меня получился в зеленом цвете. Здесь, соответственно, у меня немного другое цветовое сочетание, вот тесемочек, лама сама другого цвета, здесь вот тоже, ну, совсем немного отличаются, ну, а так-то они абсолютно одинаковые получились, смотрите. Вот такие вот конвертики сделала, здесь то же самое, то есть здесь я использовала бумагу в зеленом цвете, в зеленой цветовой гамме, а на предыдущем использовала просто бумагу в красной цветовой гамме. Вот и все. А так в целом, конечно, получилось очень волшебно, очень классно. И вот эти вот ламы, они просто меня восхищают до сих пор. Ну и плюс ко всему, смотрите, не зря же здесь елочка на этой ламе. И, кстати, это ламы без чемоданов, а вот это с чемоданами. Но тоже с елочкой. Это были наклейки в фикс-прайсе. Я их покупала где-то, наверное, 2-3 года назад. Вот так что берите на заметку и тоже делайте такие вот очаровательные вещи. Ну, смотрите, разве не прелесть? Вот такой вот шейкер. А, кстати, в шейкере я использовала, помимо вот пайеток елки, я в шейкере еще использовала стразы для алмазной вышивки. То есть были у меня несколько вышивок, там остались вот эти вот маленькие стразики, которые были дополнительные, да, так скажем, и вот куда их применить. То есть из них, конечно же, можно тоже сделать какую-то аппликацию, что-то там еще пофантазировать, но я решила, что в шейкере, вот в таком в новогоднем, они смотрятся вообще великолепно. Вот такие вот две мои работы. Напишите в комментариях, как вам. Обрадовались бы вы, если бы получили в таком конверте денег или открытку. И пока-пока, с наступающим вас Новым годом. Увидимся в моих новых видео. Добра и бантиков. И, конечно же, я не смогла удержаться и не пофантазировать на тему того, как бы эти конверты смотрелись в случае, если бы я их дарила на Новый год. Смотрите, я заменила некоторые наклеечки на более такие новогодние. Смотрите, как здорово смотрится.
Ламу я оставила тоже. Здесь вместо сердечек и ромашек я вот такого вот Деда Мороза, снеговика, оленя. В общем, очень здорово, очень симпатично. Кстати, вот эти вот наклейки достаточно качественные. Я их покупала в магазине Fix Price. Они там стоят буквально 55 рублей. И смотрите, как здорово они переливаются и смотрятся. И на обороте также можно украсить хлястик Деда Морозом, и тоже, смотрите, прям Новый год. Вот такое вот настроение. И красную также я украсила в новогоднем стиле. Наклеила просто новогодних наклеек, и мне кажется, это просто очень здорово. Здесь также я Деда Мороз наклеила сюда, и я считаю, что просто восхитительно получилось. Напишите, как вам, лучше стало, хуже, и вообще на Новый год дарите вы деньги или какие-то открытки вот в таких вот чехольчиках, просто очень интересно об этом узнать. Напишите, какой вариант вам понравился больше, то есть первоначальный или уже вот такой вот доработанный с новогодними наклейками. А теперь уже все, пока-пока, увидимся с вами в моих новых видео, добра и бантиков!